приведу цифры с 17 года по общую статистику погибших как в городе, так и в районе. Отдельно отмечу цифры по городу. В 17 году всего погромче. В 17 году всего было погибших 7 человек, 3 человека в городе. В 18 году 3 человека погибших, 2 в городе. В 19-м 4 человека, в городе ни одного. В 20-м 1 погибший, 1 это в городе ребенок. В 22-м году 2 человека, 1 в городе, это ребенок. В 23-м году погибших не было. В 24-м году за 1 месяц на 1 число 7 погибших, это общее количество, 5 человек в городе. Всего статистика за 7 лет погибших 28 человек, в городе 12 человек. По анализу, который провели по водоемам, на которых в основном отмечена гибель людей, это у нас Дамба, АГК, мясокомбинат, озеро, СНТ, озера, река Мазулька, Чулым, лидерами идут Понтонный мост и Солдатский пляж. Всего по статистике у нас городских жителей погибло 12 человек. 6 именно в тех местах, Понтон и Солдатский пляж. В районе лидирует у нас это Белоярский мост, погибших 4 человека. В 24 году мы провели анализ, в садовых обществах погиб, это один ребенок у нас утонул, и на реке Чулым 4 человека погибших. Из 5 2 ребенка получается в этом году и 3 взрослых мужчины. Все данные мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, не справились. Но вчера что произошло? Вчера оказывали помощь СПКГУ спасатель, одного человека смогли спасти, одного не смогли спасти, но тоже были в состоянии алкогольного опьянения, употребляли спиртные напитки на берегу, один человек у нас утонул, спасти не смогли. И еще характеристику вот, из 5 по городу касается двое погибших детей, напомните ситуацию. Значит, один ребенок, это садовое общество Щетинкино, в водоеме родители занимались подготовкой садовому сезону, оставили без присмотра ребенка, ребенок вышел за пределы садового участка и в близлежащем водоеме утонул.